Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии Занубию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к нему. Ссылка на первую серию появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Обратите внимание, что когда военная сила отключена, намного больше войн происходит. Не-не, наоборот. Ну, так боятся, как бы. Боль. Я вообще не боялся. Как раз именно нападают на отстающих, а не тех, кто халявит. Вот. Я отстал, я отстающий. Не, ну вот, ну вот ты что-то здесь убили? Стоишь? Ты сказал, что ты уходишь. Так уходи красиво. Охренеть. Давайте. Я понял. Ты выйди в госслужбу, мы с тобой станем такими клёвыми союзниками. Как сильно отваливается? О, вообще не отваливается. Отлично. Да я тут лошадь куплю всадника. Следующим ходом, правда? Апать, не апать уже в арбалеты. Не, ну мне еще на всадника нужно. Надо, наверное, начинать воевать с... Тебя на башне просто так вокруг моего города гуляет, зачем? Она любит ли? Просто так вот. Она отвлекает внимание. Да. Я так и понял. Чё, как там с веками у вас? Все выходят куда-то? Ну, туда, я наверное. В темном. О, отлично, карточку поставил. Карточку наемники ставлю для апгрейда в арбалеты. Один город дает три раза больше всего. Может убить Ленаска мне? У тебя вся империя. Логично. Это что, просто так меня унизить? На меня как бы напали и все разграбили. Не, я не люблю унижать, я просто люблю посмеяться. У меня империя состоит из трех городов. Четвертый стоит просто в пустыне, я его ради чуда поставил. Ага. Мне кажется, я знаю, куда я направлю свою кавалерию. И куда же? В пустыню. Так. Это будут мои маленькие бедуины. Продолжаем монументальность, я думаю. Камбэк вернулся. Так, тут мне нужны строители, я думаю. Да ё-моё. Блин, тут проблемы с проводом поселенца образовываются. Если ты сейчас денежку не дашь, то все. Ну ты такой палевный, ну проси там, не знаю, ну что ты как этот. Как же лично.
в любом случае тут он увидит. Так. Так, Польша. Скидка. Ну давай, чё. Давай. Ты мой концентрационный лагерь. Выуживаю тебя. Мне кажется, японец больше всех бенефитирует этой войны. О. Давай. Давайте. Кому? Да, там, кому? Или чему? Чем там нападают? Против кавалерийский, давай. Я не знаю, да, противокавалерии. Вот ты как раз мне дал, типа, мировое влияние, и сейчас я как раз тебе помогу. Давай. Новые районы, давайте. Ну я за себя прогнулся. Игрока не расширяется под влиянием кого? Я бы против Японии проголосовал тогда. А, я не могу, кстати, я его не встретил. Ну вот, не надо, за меня, Польша, ты тоже за меня. Правда, у тебя нет мирового влияния, но... А зачем им за тебя голосовать вообще? Потому что я его друг, я его спорт. А смысл? Все против меня воюют, он один пока не воюет. Почему мне голосовать против? Ключевой пока. Перс, давай, легкая кавалерия. Я минус легкой кавалерии сделал. Я уже за это сам. Ну ладно. Чтобы кони были как коляска. Ты ко мне своего великого ученого привел? Он тебе... А, он лечит? Нет, я думаю, я не перебью. Да, хотя... это ученый генерал. Попробовать надо. Он обрезание воинам делает, чтобы... Уже, не... уже хочет у меня активировать. Не городе. Думаю, что я смогу. Ну если я смогу получить плюс 5 к дальнобойным юнитам, это будет круто. Ну если это уже не от него зависит. Ставьте мне. Дальнобойность, отлично. Перебил. Ты чё, убил что ли? Нет, я вроде должен был убить. Против дальнобойности кто-то голосовал, но у меня дальнобойность плюс 5, ей. От резолюции вон она работает, кстати. Что тут он даже с Виктором на тебя стал отваливаться? Наверное, Шумер. Шумер темный век. Японец, тебе общественный союз очень выгоден. Те караваны мои вон ходят. Блин. Ты ГГшка, понимаешь? Давайте тут лошадь построим. Мне бы вообще расселиться было. Больше трех городов я бы тут сам не подставил. Нормально. За ГГ. Надо было просто сразу туда военку быстрее, чем американец идти депать. В лошадях тоже. С американцем, если вы еще на одном континенте, то хрен на одном, всего один континент. Но все равно бы я уже мог депать. Я решил пойти в железо, которое у меня 3 штуки, а у него одно. Но он уже к этому времени там на меня напал. Мистер Ди, что у тебя по военной обстановке? Ну, он там морские юниты делает. Сейчас к нему буду выдвигаться.
Я отступил, потому что он немножко отбил. У него все хорошо половина кинут. Ух ты ж, блин. Китаец-то скоро в союзах? Три хода. Давай, принимай сделку и союз потом. Что нужно для того, чтобы стены починить? Нужно, чтобы их не обстреливали 5 ходов, по-моему. Оу. А чё тебе смертные такие в ближнем бою жесткие? Оу. Потому что они мечников заменяют, может. И могут атаковать издали. Бессмертные? Да. Там перс с кем-то воюют. Понятно. Понятно. Что ты? Не знал этой особенности. Я думал, они лучников заменяют. Нет, лучников и персы заменяют арбалетчики. Чуть у меня такая армия, но при этом наука в жопе. Я имею в виду не следующий юнит, а взамен именно заменяет его. Так, пока стоим, ждем. Это была шутка юмора. Привыкай. О, не отваливается больше, да? А где это еще у меня вот у него посел шел вроде как, нет? Есть восстание, то нет восстания. Чего это зависит? Жители не меняются, юнит, который там стоит, не меняется. Зависит от окружающих его городов. Там меняются юниты. А, не юниты эти, жители, количество жителей, соответственно, меняется. Ну, они же там вряд ли могли уменьшиться. Не знаю. Там то вроде поселенцев не делают. Возможно, конечно, но... Ух ты, как он убежал! Быстро. Пьер, сможешь отойти разведом с пирамид? Сейчас. Блин, мне нужен тут город. Ну что, дружбу продолжаем? Да, у меня союз через 2 хода. Так, у меня вот через 4. Только предложи ты, пожалуйста, Шумер. Я понял. Алексей, а вы собираетесь после того, как мой кайпаои захватите? Ну я, может, руаторию еще хотел бы. Не, ну Люблин походу падает, да. Слишком поздно я там мапнул плечи. Может, просто Маури отдаешь города и мы миримся? Ну такое. Отдай мне все города, выходи из игры, мирись. Так, а почему
Тут так мало. Японец, если ты хочешь в Гданьск, то... Шумер, что-то я не увидел от тебя предложения дружбы никакого. Что? Да я не хочу. Да, я уже зачем? Это только проседать по счастью. Сейчас скину. Нет, там на самом деле хорошие районы. Японец, если хочешь Гданьск, самое время объявлять... В этом городе очень... Чего вы ко мне все... Я вообще морской, блин, я этот... Ну, у меня такой гибридный. Куда расти. Слушай, ну, Маури, смотри, и просто если я захватываю Кайпуи, то Руатория точно отвалится по лояльности. Я еще... Вопрос, что тебе нужно, чтобы я дольше держался, или тебе уже вообще больше ничего не нужно? Ну, мне вообще в этой жизни ничего не надо, у меня депрессия. Депрессия. Да. Классно ты отъехал, Маури. Да, сказать не с чего. Прям спас юнит. А чё так больно? А я карточку поставил. Так, а тут у нас что? Перс, поможешь со столицей, а то у него тут что-то юнитов. Конечно. Конечно, тремя юнитами пришел захватывать, говорит, что-то много юнитов тут у него. Там еще идут. Конечно, ну просто. Ты до этого отбился, хорошо. Поубивал у меня. Хорошо, предложение. У меня следующим ходом союза. Разведчиком город уже так будет. У меня через два. Этот, там какой союз сделаем? Какой хочешь, наверное, экономический сначала. Кстати, о союзах. Мистер Ди. Два хода, я в союз. Со мной будешь заключать? Обязательно. Ты же увидел, какой я хороший военный... А, у тебя сколько еще? Мог бы, ну... Следующим ходом. Я бы тебе потом всегда помогал. В войне там. Перца бы захватили. Чё Челиня-то спрашивал? Чё, а? Я спрашивал у китайца. Мы с ним узкоглазые братья, поэтому мы тоже. Какой-то нужен тоже не цвет. Но стену от тебя я построил. О, нифига ты там построил. Вот это редуты, а. Ты не Китай, зачем вообще? Очень глупо было с моей стороны. Да нет, тут просто бонус очень хороший, поэтому я так... Так, нужно поселенца покупать. Ну да, 200. У тебя с Петра стена, блин, 8 голды дает. Прикиньте, у китайца. Клетка. Просто пустыня голая. Китаец, мы, может, поменяемся? Я тебе Сибирь, ты мне пустыню. Ну, блин, ну хоть так. Кстати, должны быть богатыми. Ай, блин, не успел. Убежали. Это был байт, конечно, жестко. Фига ты там словечек наблатыкался, где такие слова узнал. Что еще у меня попросишь? Кровушки мои теперь, да? Не, ну 8 науки, я как бы скоро улетаю. И... Тоже пост... Ну покеда. Да, предлагает ЦЦшник на него. Да. Хорошо сыграл.
Press F. Все какие-то бескультурные. Даже так, почему... У тебя вообще чудо под тобой... Чего так мало? Кумаси кто-то перекупил у меня? Нет. Да ща я возьму, да стой, подожди, подожди. Ну, харе. Ну, просто кто-то сказал вначале, чтобы что-то все молчат какие-то. Так ты решил устроить, да? Не, ну перс, мир. Все, ты получил, что хотел. Давай, мир. Стой, мне нужно обговорить это с моей совестью. Мистер Ди. Да, кстати, Шумер, я вышел в союз и предлагай, пожалуйста, сам тоже. Вот сейчас доход будет. С краковым помоги мне. Не купил. Потому что... Да. Ты хочешь, чтобы у него вообще один город остался? Нет, вот что ты хочешь здесь, чтобы у меня два... А, ты там поздно, скоро разрушишь, да? Блин, у меня там строитель сейчас только достроится. Можно, не надо. Вспомнит, как я его поставил, он до сих пор строится. Надо, Федя, надо. Я вот сейчас думаю, разрушить его или все-таки себе оставить, но больше понять. Себе оставляй. Однозначно. Зачем он мне? Это железо? Так у меня его так 300. Ну стой, я не успел рабочего вывести. Ну что ты делаешь-то? Ну ты совсем. Да, мой рабочий. Ну, теперь там в принципе ничего нету. Тебя должно радовать. Сахаром могу с кем-нибудь поторговать. Мне очень радостно. Мне весело, мне весело, мне очень сильно весело. Грузин предложение. Чё, он ещё грузин есть? Давайте я тут. Да. Понимаешь, что там Магнус сидит, но я буду долго поселенца вести. Блин, а тут да хоть сразу поставлю. Вот это грузин, печально. Они в союзах еще что ли? Один ход. Так, тут один ход отложим. Блин, что не перекинул, блин. Перс, какой союз? Наверное, культурным. Культура его проседаем. Кинул сделку. Японец, ты что там, к нам подтягиваешься с союзом? Я уже сделал союз. Ну, тебе предложил вроде. Понял. Ага, предложил. Реально? Да, вот прям серьезно. Ой, Конга. Я думал, враг моего врага это друг. Мы союзились, мне кажется. Но мы же друзья. Ну, просто там 105 науки уже, 48 культуры. Да, что надо что-то бомб. Делать. Согласен. Давайте его попросим так. Опа, больше не делать. 105. Ну это век, во-первых. 105. Ну да, он улетает, ребята. У тебя свои науки было... Море предложение. 70. Вот не надо было вам на меня нападать. Надо было свой союз заключать и помогать мне на японцев нападать, ребята. Ну вы даете, конечно. Ну, сейчас уже ничего не избежишь, поэтому давай мы тебя допилим. Вон Петр Апостол просит вас, не делайте. Блин, я ж не там... надо, одумайтесь, глупцы. Район хотел строить. Боже. Поставил... Ну, ладно, район-то делайте, я сейчас все равно сделаю. Ремесло, бог ремесленников. Не район, а я акведук хотел. Религиозный. Соответственно, здесь... Конечно, можно было промышленно... Точнее, не можно было, а нужно было... Нет, промышленно, кстати, вот а здесь, потому что рядом... Вышел в этот самый. С железом. Ты что, первый? У меня было плюс 7 веры вход. У тебя? Плюс 5. Ну, я, наверное, первый все-таки вышел. Ну, так я потом реликвию нашел. Так я тоже. Возможно, это была моя реликвия? Вряд ли. Эта реликвия сейчас находится у Японии.
Мистер Ди, что там по войскам возле Кракова? Они вообще там есть? Так. Да. Да, с Роторией-то совсем все плохо, да? Все правильно? Шумер, тебе правда так нужен этот город? Все правильно, да? Нет, я просто смотрю. Скучно. Там уже тем более он улетает. Справедливо. Ты подходишь, да, к Кракову? Да, потихоньку, но у него здесь линия обороны такая неплохая. Да вот, да с моей какая стороны тоже. Линия обороны. Фиговая, ребят, вы шо? Не нравился тебе мой копейщик, да? Совершенно нет. Ой. Ой. Китаец, ты меня прости, пожалуйста. Пожалуйста. А, забрался. Да он у меня в тумане войны был, я думал, там варвар отправил колесницу рейд-кликом. Какая у тебя хорошая... Петра. Да, я прям вижу кусочек. Плюс 8 золота на клетке. Прям хорошо так. Откуда там плюс 8? Петра же столько не должна давать. Ну, великая стена. Слушайте, ребята, что по Гданьску? По Гданьску? Ну, хороший город, вот, польский. Он отваливается. Ну, он не скоро отвалится, можешь посмотреть. Польша у тебя Гданьск. Там на июне быстрее построится, и он перестанет отваливаться. А? Гданьск, потихоньку вальц, говорит. Что? Что ты говоришь? Ничего страшного. На последних секундах подошел. Блин, не успеваю, кстати, просто не успеваю. Я считаю, несправедливо, нечестно. Фу. Кстати, единственный селитра получается тут. Осуждаю. Что вы тут? Слушай, а что у тебя с Чикаго произошло? Варвары. Варварская квадрерия. Перс, привет. Слушайте, ребят, я здесь кое-какую колонию на кое-какую мост увидел в моей Сибири. Маури, а почему катапульта? Так на меня там еще Шумер собирается нападать. Я хочу в другой город отвезти. Да, но катапульта зачем? Чтобы было. Так и подождите, никто на кого не собирается нападать. Да. Мне вот почему-то постоянно не везет с союзниками. В прошлой игре на меня просто Люкс вроде бы напал, он за скифа играл. О, японец, привет. Ну это тоже союзниками не везет, и так ты тут... Привет! Здесь как-то торговые пути по-другому выглядят, да? Они дефолтные, цели как-то... Покручиваются. Здесь самое главное, всякие фильтры есть, поэтому... Ну, они какие-то громадные, я не знаю, сколько там должно быть бонусов, чтобы все это заполнить, это только отвлекает. Важно, у меня один торговый путь, где, конечно, меня особенно... Ты можешь взять и сразу выделить там максимальное золото из доступных. А, я понял, там же от количества районов в исходном городе. А ну, скермы давайте отправим. По максимуму золота. Я тебе скину. Да, я тебе скину.
Ты можешь выделять в ванильке, ну, в ванильном, короче, в обычной цеве, только тут доступные, ну, пути для каравана, для конкретного, а не для, не в принципе, по империи. Угу. Я почему-то не могу сделку не предложить, не рассмотреть ничего. Ну, потому что ход, наверное, закончился. Нет, до этого. Там еще были секунды. Секунд 10. Только начался отчет, ничего не работало. Ты, наверное, просто нажал закончить свой ход лично. А, да, возможно. А, ребят, объявляю референдум. Кому это идет к Даньску? Больше, может. Ты хочешь продолжить свое существование в качестве ГГшки? Я хочу вообще, чтобы собрать тебя. Вот, я давно предлагаю американцев. Очень хороший вариант. Так ты мне предлагаешь забрать американцев. Тебе американцы забрать я не предлагал. Неправда. Ну вот, лучше дезинформация. Маури, это Женя. Вот со мной единственный, кто нормально общается, это вообще грузин. Вот это хороший человек, не милитаристичный. Где Мартёба? Да сколько у тебя юнитов? Все равно два, тут же вроде... Нет? Хм. Ну ладно. А, я говорю без микрофона, да. Говорю, сдайся и уйди. Все. Фарас назначаю Мокшу. Так, ведук, получается, японцу 3 дает, да? Черлинью. Чекай. Не, слишком много. Мар, предложение. Чтобы я тебе просто сдался, просто так отдал свои города, да? Да нет, ты хорошо сопротивляешься. Кстати, Маури, я готов мир заключить, когда Кая поезд захвачу. Ты просто сидишь и свои города развиваешь, и ко мне, ну так. Ну что есть, прислал, и это так. Так Алёша за кого играет, я так и не понял. Килька, понимаешь какой-нибудь, нет? За Испанию. Садник куда-то пропал. Странно. Даже не пропал. Знаете, слишком много... Мерси, дойди, пожалуйста, клетки, или ты уже походил сейчас? Для войны... С какой? За два города. С какой, ну, клетки? Вот, ну вот, с которой джунглевый ход. Алексей, будем мир заключать? Да, да. Что, ну, у тебя... Меня будете захватывать, нет? У тебя уратория отвалится и так. Вам вообще мои города не нравятся? Вы так не хотите их взять? Я не могу просто. Сейчас я еще галеру на тебя качну. Вот, теперь готов мир заключить.
Японец улетает. Если сейчас не захватите по-быстрому, ну все, ну, ребят, давай. Блин, продолжаем. Блин. У меня со всеми дружба. Что происходит? Ну, дружба как и рано или поздно закончится. Когда закончится, уже будет у меня все нормально. Ну, логично. Плюс у меня защитник ты пока, на эпоху опережаешь всех. Ну, даже, ну да, на эпоху целую. Морф, может, ты еще кто-нибудь? Алексей, а почему? Я что-то потерял, кинул заново. Японец первый по науке. Научной победе. Вы еще Конга не встретили, например, тоже неплохо у него должно быть все. Да, он японец. Но по нему, правда, тоже вольнодумство-то. Так, мистер Ди. Что мы будем делать с Краком? Ну, сейчас у меня бегут еще кони. Фак. Японец мне помогать больше не хочет. Походу упаду. Один город остался. В смысле, это один? Просто задавит уже, что шахты. У меня не один город, у меня два города. Это совсем города, плюс я тут. Я не знаю, они пока не могут меня забрать, у них слишком мало юнитов. Они не давят. И поэтому, если я сейчас еще папу и свои юниты за чисто символическое количество голды, то... Ну тут еще надо два города поставить и успокоить. Еще вот тут город надо. Слушайте, вот тут неплохое место. Вы долго воюете, прям... Да, вы не можете забрать чувака, у которого 7 науки и 4 культуры уже несколько лет просто. Сотен. Да, это вот, кстати, реально. Я уже у него два города отобрал. Алексей. Кто два города? А, ну тот-то, лол. Да, который, я готов. Готов или нет? Я не услышал. Да, готов, в чем? Я явно с тобой больше не буду воевать. Я не знаю. И вот прям вот так вот нужны вот эти вот, ты, ну... Только не культурный, Маури. Не культурный. А, чтобы города отваливать. Да. Челиньо. Смотри там, пожалуйста. Знаешь, ты мне как бот предлагаешь мировое влияние на деньги такой. Мне бот такое предлагает? Ну, обычно, да, нет, бот всегда. Мировое влияние, короче, у тебя выпрашивают. Да. А не раздает его. Чили, не соглашайся, отдай мне реликвию там. Не знаю. Два золотых. Не скажу, что это была необходимая война прямо. Хорошая. Ты говоришь, хорош, как будто я тебя спамлю просто без остановки. Предложение купить у тебя все подряд. Ну, то есть я у тебя попросил бы, например, там артефакт какой-нибудь, ты бы мне никогда бы. Зачем тебе реликвия? Ты же ну, приятный бонус, так сказать, но... Не религиозную. Ну, я пытаюсь по всем, знаешь, на все хуи и усесться пытаюсь. А, стоп, у меня Куипон отваливается наоборот пока. Что странно. На самом деле. Оборонительную тактику сейчас как изучу. Через три хода. Блин, так железо стало прямо, знаешь, посередине моих районов и вместо ППшки. Прям ты как убог. Вот, а у меня железо хорошо, если бы ты мне вот помогал, я бы тебе это железо поставлял. Ну, у меня есть железо просто. Ну да, я знаю, кстати, что у тебя есть. Тяжеловато. Прошла война, и для 72-го хода 34 науки это... Грузь, мне просто повезло, что человек на Шумере... Не сильно
вырывается. У него хорошие тут места, не знаю почему. Офигеть, только подвел туда своего мечника и все, пока. Жив остался. Я прям хочу на лагерь ставить город. Алексей, союз. Кстати, ко мне караваны. Кто такой мрад? Мистер Диж. Угу. Смысл ты кидаешь в эту гранату, вот эти, даже не перекупаешь, а просто так кидаешь, зачем это? На мне бонус так-то не дает. Меня селитра сломала весь план. Как точнее, она могла бы мне давать очень хороший бонус в защите, но у меня нет ничего даже, чтобы строители этого сделать, построить. Там Гданьск сейчас восстаст через 7 ходов. Ну, я так думаю, он к Челине отваливается. Да. Так, только а давай, Маурит, ты мне религию не будешь разносить свою. А? Я подумаю. Ну, это мне, сейчас к Челине отваливается, если ты захватишь Краков и каким-то образом ты можешь распространить свое влияние. Я все равно просто не смогу религию разнести. У меня вход 6 веры. Что ж так? Ну, у него города забрали. Кстати, откуда у тебя, Маури, религия была в начале? Хотел спросить. Маури. В смысле в начале? Ну, у тебя в начале было там что-то 6 религий на первых ходах, то есть веры, веры. Из воздуха появилось. Производство от рыбацких судов, прикольно. У меня просто очень мало производства. Вот рыбацких судов у меня, наверное, штук здесь 10, а то и все 15. Но города у меня, конечно, гавани строят по 15 ходов. Это смешно. Так, Маурит, все-таки решил распространять религию, да? Да я им исследовать иду. Он просто лояльность мне снижает. Я его буду использовать как разведчика. Дима Виктора надо. Пересадить пока. Да, тут у меня будут проблемы постоянно, на самом деле. Мне надо свою религию распространить на эти все. Так, значит, Иерусалим. Сейчас храмы мне будут давать. Слушай, мистер Ди, нам нужно с тобой договориться и устроить что? Да. Это мне напоминает, как тогда... С Артемом кто-то этот упоролся тоже. Да. Арбалеты каждый ход рожал и отбивался всю игру. Да, там. Ну, с Артемом воевать, конечно. Такое себе развлечение.
Ну вот лучик из того же разряда. Если... Мистер Диас, ты хочешь подписать с ним перемирие? Да нет уж, сейчас доберем. Ой. Ну посмотрим, посмотрим. Сколько у тебя? Три юнита. Мне надо бы, наверное... Три юнита и у этого построить такие... Галеры? Вот а это здесь прикол. Выйти в каравеллы. Если бы у меня еще была денежка, вы бы тут, конечно, стояли еще так... так... Похуй... Или две. Там у японца уже 160 науки, ну... Там проблема то, что... Конями на 50-й ход не атакуют. На любого соперника, там... Он почти... Нет, он был, на самом деле, мог меня забрать даже. Слушайте, и коня. Слушайте, а может мне идти в пушки и... И, собственно, забирать Шумера. Он как-то не особо там развивается. Вопрос, зачем? Какое плохое зло я тебе сделал? Ну, на пару эпох бы ты меня опередил. Плохое зло. Какое хорошее зло? А какое хорошее зло ты сделал? Ну, напал на того, кто ему мешал. Так, и здесь бы я еще в корпусы. Справедливо? Да. Да, тут ускорение. Мне надо еще священные места ставить, которыми будут культуру давать, кстати. Сидел бы этот спокойный, пытался бы религии победить. Все. Теперь он внизу места есть. Это я заспавнился, тупо нету места для даже третьего города. Пришлось к тебе его селить под бачок. А тут где ставить четвертый город? Ну нету просто места справа. У тебя столько пустыни. Ну вот. Пустыня. И что, мне просто в пустыне фигачить город? Ну это уж чем прыгать. Ну, я пошел поставил туда один город, и он до трех жителей разросся, что меня удивило. Но там нет производства. Там есть холмы, я бы туда, может, еще бы прошел 10 ходов, он бы там подрос, но мне напали, и мне вообще никак его развивать невозможно было. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и... Да, на место влюбленную там был бы где-нибудь.